brassfestival.ru. Третий международный фестиваль исполнителей на медных духовых инструментах и брасс-ансамблей. Это три незабываемых концерта, организаторами которых является коллектив Olympic Brass. 5 января – открытие фестиваля. Джазовый вечер с полюбившимися артистами, мастерами импровизации. Давид Голощокин, Сергей Долженков, Евгений Соколов, Сергей Ефремов, Константин Стуков и коллектив Olympic Brass в сопровождении оркестра джазовой филармонии. Прозвучат произведения Глена Миллера, Джорджа Гершвина и других легендарных композиторов. Концерт пройдет в филармонии джазовой музыки. Начало в 19.00. 7 января. В эстонской церкви Яани Кирик с уникальной программой World Music выступит приглашенный солист из Финляндии Ярко Ниемело в сопровождении ансамбля «Доброночь». Начало в 19.00. 9 января. Закрытие фестиваля. До концерта вас ждет выставка медных духовых инструментов от фирм-производителей, а также увлекательная экскурсия в музей старинных музыкальных инструментов. В программе примут участие организатор фестиваля коллектив Olympic Brass, солисты Мариинского театра Александр Горбунов, Никита Истомин и начинающие артисты. Место проведения – Шереметьевский дворец. Подробная информация о фестивале на сайте brassfestival.ru.